мы вышли даже погулять в парк. Идем уток кормить хлебушком. И каждый раз, когда я вижу вот это, у меня только в голове одна мелодия играет. Примерно вот это. Такое ощущение, что там Джесси с Хайзенбергом. Классный сериал. Пересмотрел уже раз 5. Наверное, еще столько же буду. А, слушай, ничего себе. Прикольно. Надо такую штуку и по Европе. Ага, сейчас. Хотя, кстати, по Европе на такие штуки тоже дорого путешествовать. А пока парковаться надо в определенных местах. Нигде нельзя это просто так встать. Надо за это все платить. Лучше этим. Автостоп. Тёмке позволяет все. Одежду так делать. Как уборщик прям. Помню, как мы здесь в 16 году тоже, то ли 31 декабря, вышли гулять еще с колясочкой, где вот этот маленький пупсик лежал. И все такие, знаешь, как зомби такие. Да, в принципе, ничего не поменялось. Мы такие же зомби. Новый год. Что надо? Давай. Подержи. Всем хорошо, суббот, народ мало с утра. Такой вроде нормальный лес, но в то же время какой-то скучный, когда наверху все темное, а внизу все белое. И все. Охрана нашего леса. Меня, кстати, такие уже тормозили. Я тут, когда раньше-то на велосипеде катался, я еще такой, когда это не было модно, в черной маске и в шапке, тоже здесь. А, что-то камеру ставил, что там делал. Типа сам себя снимал. Ну, подъехали, поинтересовались, что я там делаю. Я говорю, а я видеоблогер. У меня тут на обед будет. Это, как его? Кижуч. Смотрите, как красиво у нас вообще прям. Прикольно. Ну, Тём, тихо. И главное, оливки Каламато. Ням-ням. У нас тут большой друг приехал. Фикус Лерата. Что-то у него это, видите, болеет немножко. А сейчас вам покажу. А, во-во-во, этот, как он, авокадо. То есть из косточки авокадо, вот мы ее прорезали, потом выросло, смотрите, что. О, какой авокадо, нифига себе, прикольно, да? Какой длинный. И начнет распускаться. Погуляли. Так, у нас сегодня планируются вечерние поседашки, бухляшки. К нам сегодня приходят друзья, может быть, будем играть в покер. Что такое? Ой, кстати, надо поехать постричься. Вот, так что вечером много снимать не буду. И ко мне сегодня должны приехать дополнительные вот эти вот квадратики. Вот, для того, чтобы я это все дело продолжил. Вот, очень жду, когда привезут. 5500 готовы. Все, достал все свои запасы карт памяти. Знаете, для видеоблогера это реально расходный инструмент. Вот сколько вы их видите, и каждый из них со временем приходит реально в негодность. Потому что каждый раз, когда записываешь видео, мне, к примеру, нужно всегда 3 карт памяти. Одна идет в один фотик, другая в другой. И третья у меня обычно идет вот эти вот в этот рекордер, там по 16 гигабайт. И вот постоянно, когда так даже по очереди их используешь, и они реально выходят из строя. Вот. Так что вот такие вот дела. Любые карты памяти у меня выходят из строя. Любые, вообще. Дорогие, дешевые, любые. Но, короче всего, выходили из строя Transcend, те, которые были подешевле. То есть Transcend что-то вот, знаете, типа вот такого, наверное. И то здесь, смотрите, я скотчем уже перемотал, потому что у меня ползунок этот, защиты записи, он типа отсюда отвалился. А для того, чтобы решить эту проблему, когда у вас вот этот ползунок отваливается, нужно вот здесь вот заклеить скотчем. То есть, чтобы здесь ровная поверхность была. Вот заклеил, вот так вот теперь пользую. Моя любимая заставочка, именно такая вот, значит, новогодняя. Самая крутая карта памяти у меня здесь примерно вот такая вот. Она, смотрите, на чтение, на запись, здесь 280 мегабайт в секунду. Ха, вообще офигеть. Видите, какая, знаете, двойная. Ну, в принципе, у меня нет таких устройств, которые нужно именно такую карту памяти. Но когда ты на нее записываешь, к примеру, у меня выходят проекты, то есть одной карты памяти я там плюс-минус записал, где-то гигов 20-25. Перебрасывается намного быстрее. Ну, это хорошо. Немножко свою полочку прибрал. Вот так. Немножко мой этот, как его, магазинчик на диване.
Осталось вам еще сделать как-нибудь интеграцию вот этого стабилизатора. Наверное, на даче надо будет с ним походить. Коробочку оставил, не знаю, просто красиво выглядит, пока мне глаза мозолят. Это круто. Старый входик, кстати, Zenit E. Продавать его не планирую. Это фотоаппарат моих родителей. Но, не знаю, стоит просто как память реально. И даже Xbox сюда встал. Смотрите, даже отсюда красиво смотрится. Ого. А с этим вся проблема в том, что у меня вот это вот распечатанное на 3D принтере поддончика, у меня уже для карт памяти не хватает. Вот так. Смотрю на предыдущий влог. Кстати, да, забыл там в названии написать буковку P. Не знаю, как-то ошибся. Мне тут даже уже, ну, многие хотят попасть во влог. Да, кто-то написал, что совсем уже с жиру бесишься. Потому что, типа, Илюх, нафига это делать? Ты что, типа, совсем, что ли? Ну да, совсем. Слушайте, я не так часто что-то экспериментирую и так далее, так что, когда мне хочется, я это делаю. Хочу вам посоветовать видео. Называется вот так вот, старт. Типа он стартовал тысячным, а финишировал практически, практически первым. Но офигенное видео. Типа есть такой вид спорта, когда они на великах скатываются очень долго, типа в районе 40 минут с самой вершины горы. То есть со снежной. И чувак реально стартовал одним из самых последних. И практически выиграл гонку, но в конце там просто я честно не ожидал, я сейчас смотрел, где-то на полчаса, как он катится. В конце у него, конечно, накрутилось на заднее колесо камера, которая где-то там лежала, но тем безумно интересно. Чувак просто вообще, так он здесь катит, вообще так реально интересно было наблюдать, там просто там такое месиво, просто крутяк. Он сейчас при том сам еще навернется, насколько я помню. А, вот примерно где-то здесь там. Короче, советую видосик посмотреть, просто офигенный. Вы прикиньте, он, короче, шел первым, и у него где-то он, короче, какую-то камеру нашел. И он, короче, у него прям намоталось. Все больше народу начинает задавать вопрос, что за свет, Илюх. Потому что реально, когда начинаешь использовать, и это все показываешь на практике, реально всем становится интересно. Офигенный свет, просто. Просто чумовой. Я никогда не пользовался подсветкой на мониторе, но то, что мне прислали, просто замечательная штука. Называется вот так вот, сверху напишу вам название. А если хотите купить, то ссылочку именно на такую лампу, на монитор, оставлю вам в описании под этим видео. Ну, ссылочка реферальная, алиэкспрессовская, поэтому если перейдете, купите, мне с этого тоже какой-то, ну, копеечка там, какой-то, типа, доллар, может быть, упадет. Тема реально крутая. Теплый цвет, средний цвет, холодный цвет и настраивается по яркости. И освещает прям офигенно. Нажал, подержал, хопа, включается. Работает от USB, от монитора. У нее только единственный минус, что когда, типа, у тебя комп выключен, она не работает. Ну, потому что я подключил ее именно к USB в монитор, вот, и работает она только когда, соответственно, монитор у меня работает. Но также можно подключить и просто, не знаю, к компьютеру или в сеть. То, что вот выбирайте. Ну, реально темная тема. Здесь ничего не занимается, а если тебе нужно рабочую поверхность подсветить, вообще просто чумовая тема. Как я без этого жил раньше, я на Алике видел всегда такие штуки, но всегда думал, что это полная туфта какая-то. С Тёмкой сидим, слушаем сказки через Алису. Вот, и делаю заставочку, точнее, это thumbnail для сегодняшнего выпуска. Да, в принципе, все уже сделал. Все готово. Так, все сохранить не надо. Все готово. Так, а теперь пошли Оль помогать резать салатик. О, почти получается. Точнее, спонсор этого Оливье ножи Самура. Тюбань, знаешь, что хочу сказать? Потому что как раз там Тёмка, все это Алиса. А у нас получается три Алисы. Короче, ставь. Не открывай. Три Алисы. И что-то в последний месяц, наверное, наблюдается такая тема. Она, получается, не теряет интернет, но она, к примеру, не знаю, там музыка играет, и просто тишина. То есть, не знаю, там буферизация у нее или что-то еще идет. Потому что раньше, когда, к примеру, если ты открываешь, точнее, закрываешь интернет, она сразу пишет, что ой, кажется, я потерял эту сеть. А вот, получается, на всех Алисах, чего в Москве, чего на даче,
То есть она рассказывает сказку, хопа, просто молчит. Напишите, пожалуйста, если у вас тоже, ну, я думаю, что у многих моих зрителей есть голосовые помощники Алиса, вот, у вас все нормально? Или тоже наблюдаете какие-то такие вот заминки там бывают? Может, минуту она молчать, потом хоп, продолжает. И вот с радио такая получается, с музыкой, со сказками. Вот такая тема. Прям Новый год. Что-то поставил. Та-да-да-да! А Тёмка сейчас будет делать... Опять же, это киевский пряничный домик. И да. Сяду уплетать. Сразу уплетать? Круто. А Оля делает эту меренгу. Прикольно, да? Залипательно. Ты куда, Тём? Вот это Оу-е. Что у нас получилось? Притом опять здесь окно треснуло. Пришлось чинить. Ну, почти нормально уже. Прям дом. О, так еще рулет будет, прикольно. А что, сверху такое? Фисташки. А, фисташки. Круто. А это Coldplay. Так. Туда у меня даже немножко лося получилось. Круто. Ого, Тём, классно ты украсил. Пап, тебя зовут. Сейчас, смотри, какая у нас тут красота. У нас сегодня это званый ужин. Тара-та-та-та. А ко мне приехал новогодний подарочек. От кого? От Xiaomi. И я на самом деле в шоке. Ну там, конечно, месяц Иви был в подарок открыточка, но главное. Мне подарили на Новый год, знаете что? Подсветку светодиодную. Йоу, круто, прикольно. Офигеть, вот это реально. Прям подарок, прям по мне. Да. Xiaomi, красавчики. Пока поставим сюда. Класс. И коробочка прикольная. Да, смотрите, надо на заметку взять. Подумать. Здесь фанера, массив. Мне как раз нужно. И на джуч. Точнее, ну, на этом, на канате. Классно. Да, на канате. О-о-о. Коробку мы оставим, Тём. Держите, друг, пока я тебя вот сюда положу. Будешь играть. Я... Подсветонька огонь. Кстати, можно будет ее попробовать за монитор кинуть. Как официально. О, да. Кстати, что-то я не знаю, во сколько приедет подсветочка. Вроде время уже ближе к 5. Посмотрим. Я только не помню, со скольки я заказал. Как классно здесь елочка смотрится. Ну, Оль, молодец. Сейчас вам покажу этот. Какой рулетик, который она сделала. Ну-ка. Чик-чик-чик-чик-чик. О. А, женщина в доме, это прекрасно. Смотрите, что приготовил. Он просто божественный. А там внутри это малина. Такой, знаете, такое суфле прикольное. Че, Тёмка? Привет, пойдем. Ого. У нас тут вообще сейчас вечером покер организовался наш. Ну что, погнали. Сейчас попробуем выиграть. Это все мои фишки. Это фишка дилера, потому что основная потерялась где-то. Так. Ну что, погнали. Это, короче, это покер онлайн. Молчишь, сидишь. А я не играю. А я сейчас вас кину нафиг. Все. Давайте, сваливайте. Что это не смешно? Ленинград. Как я поехал? Таиланд. Хеллоу. Итак. Сейчас время где-то час ночи. В итоге в покер мы доиграли, но все опять разделили пополам, потому что доиграть не получилось. Слишком много маленьких фишек, и никто не смог дойти до конца, потому что там ставки повышаются, и, короче, вся фигня. Слишком стало сложно, и все, забили, поделили поровну. По поводу nanolift.ru. Странно, потому что была доставка на сегодня. В итоге ни звонка, ни ответа, ни привета, хотя доставка была запланирована на сегодня. Нифига, вообще ничего не привезли. Все. Значит, магазин не справился со своими обязанностями. Я не знаю, когда они позвонят, там в понедельник, может, вообще довезут, не довезут, хрен знает. На самом деле, то что как подставы прям. Вот. Так что штука осталась недоделанной. То, что доставка была назначена на сегодня, и все. Ну, то есть я реально ждал, ничего не приехало. Окей.
Будем добиваться, наверное, в понедельник. Вам что хочу сказать. Спасибо большое. Я сейчас немножко, конечно, пьяный, но такое бывает. Вот. Поэтому все, записываю прощание. Сейчас буду монтировать этот выпуск. Спасибо вам большое, что досмотрели выпуск до конца. Спасибо большое, что вообще меня смотрите. Что такую красоту мы с вами сделали. И, ну все, давайте. До завтра. С вами Илюха Зверьев. Давайте. С наступающим Новым годом вас.